День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы с вами научимся работать с шаблонами, которые создал Андрей Зюзиков. Еще раз повторяю, вот это вот мы с вами сейчас находимся на его блоге. Та информация, которую мы будем с вами изучать, она находится точно так же в его блоге, на таких же одностраничниках, которые мы будем сегодня с вами делать. То есть Андрей использует эту методику внедрения одностраничников внутрь блога очень грамотно, исключительно для продвижения собственного блога, потому что вы прекрасно понимаете, что любое дополнительное посещение блога дает ему дополнительную массу. И включение одностраничников внутрь блога дает нам такую возможность добавить массу собственному блогу. Итак, посмотрите внимательно, как называется блог. Блог называется «Мастерская фан-страниц». Точно так же называется его страничка на Facebook. Вот его адрес. То есть вот в переводе конкретно идет «Мастерская фан-страниц». com.ua. Я дала адрес этого блога в статье. Вы найдете ее выше в тексте. Итак, смотрим, что же нам предлагает Андрей. Он нам предлагает 4 шаблона iFrame. Эти шаблоны используются для создания приложений на фан-страничке Facebook. Мы их будем использовать и для создания приложений, и для создания одностраничника. Еще раз повторюсь, почему мы будем их использовать. Ну, во-первых, здесь есть очень хорошая возможность включения сюда социального плагина «Лайк». Мне нравится такая кнопочка есть на Фейсбуке, которая дает нам дополнительных людей, поклонников на нашей страничке Facebook. Это очень важно. Дальше мы здесь можем с вами создавать в любом, ну, достаточно большим выбором шрифты. То есть очень делать яркий текст на своих страничках. Привлекательный текст, увлекательный текст. Значит, здесь такая возможность есть. В нашем шаблоне при создании обычной страницы внутри шаблона используется только тот текст, который дизайнер включил внутрь шаблона. А обычно включается только один текст. Вы помните, при создании страничек рабочее поле создания страниц, там нет выбора шрифтов. Там просто есть выбор размера, выбор цвета шрифта, но ни в коем случае не выбор каких-либо дополнительных шрифтов. Здесь мы эти дополнительные шрифты можем получить. Что нам предлагает Андрей? Он предлагает нам 4 шаблона. Посмотрите внимательно. На одном шаблоне, на первом шаблоне, есть возможность создания хедера, собственного хедера, такого хедера, какой вы хотите сюда включить. Здесь есть возможность включения социального плагина Facebook, возможность написания хорошего текста, включения видео, включения подписной формы. И вместо видео здесь можно добавить картинку. Ну, дополнительная информация и так далее. Точно так же есть футер. Во втором шаблоне, и мы этим шаблоном сегодня будем с вами пользоваться, то же самое, но только здесь видите расположение, какое видео достаточно крупное в центре самого шаблона, и внизу стоит подписная форма. Третий, четвертый шаблон дает возможность включения картинки вместо видео. Если у вас нет никакого видео, которое вы могли бы сюда добавить, а есть картинка, и мы создавали с вами, учились создавать 3D, обложки своего продукта, то мы можем сюда эту 3D-обложку включить. Здесь, как видите, можно создать страничку, в которой есть только картинка, но нет подписной формы. То есть это вот такая вот информационная, будем говорить, страничка. Под каждым шаблоном, видите, стоит зеленая кнопка. Давайте зайдем внутрь. Здесь нужно просто кликнуть на эту зеленую кнопку. И вот мы заходим опять. И опять, видите, внутрь блога. Посмотрите внимательно, что здесь мы можем сделать. Здесь 3 поля. Первое поле – это поле создания, включения сюда ваших каких-то ссылок. И благодаря этим вы можете создавать, собственно, саму страницу. Второе поле, вот оно, это поле. Это поле предпросмотра. Видите, хедер. Вот он, этот плагин. Здесь вот такая вот кнопочка, мне она очень нравится, шаг 1. То есть обязательно человек, когда заходит, ему предлагают
нажать вот на эту кнопочку, добавиться вот на эту страничку. Дальше идет дополнительная какая-то информация, которую вот здесь вы можете написать. Потом включенное видео. И здесь у нас идет дополнительный текст, форма подписки и футер. И третья часть – это уже сам код, тот код, который, собственно говоря, получился в результате работы. Что мы должны здесь помнить? Мы должны помнить следующее, что так как эти шаблоны созданы для приложения Facebook, то здесь ширина картинок не должна превышать 810 пикселей. Именно такая ширина у приложения фан страниц Фейсбука. Вот это единственное такое ограничение. Остальное все вы можете здесь сделать так, как вам нравится. Итак, приступим. Начинаем мы с того, что нам нужно загрузить сюда собственный хедер. Вот видите, здесь шапка, ссылка на картинку. Мы с вами учились, как получать ссылку на картинку. Заходим на вот этот ресурс, который называется «Акушерство», в свой аккаунт сюда. И выбираю то изображение, которое я хотела бы сюда загрузить. Вот видите, вот изображение в 3D-формате книги, которое можно сделать на втором ресурсе. Я вам показывала его, этот ресурс, в своих статьях. Мы переходим с вами на вторую страничку. Я хочу вот такую вот картинку. Первые шаги начинающего блогера. Итак, я беру вот эту вот ссылочку HTTP, захожу в шаблон и меняю ссылку, которую дал Андрей, меняю на свою ссылку. Сразу же могу вам показать, как изменился, собственно говоря, внешний вид. Посмотрите, я нажимаю вот сюда на кнопочку «Получить код», и видите, у меня сразу встает моя собственная картинка. Та картинка, которую я подготовила. Второй этап. Второй этап – это включение сюда социального плагина. Как мы будем брать код этого социального плагина? Заходим на свою страничку Фейсбука. Вот я сюда захожу на все для начинающего блогера. И первое, что я делаю, это я копирую адрес своей странички. Потом я захожу в редактирование страницы, в ресурсы и нахожу вот эту вот опцию «Используйте социальные плагины». Вот тот самый плагин, который мне нужен. Like button. Спускаюсь вниз. Вот эта вот страничка формирования этого плагина. Вот сюда я ввожу адрес своей странички. Угу. Оставляю кнопочку «Мне нравится». Выбираю только ширину. Так как ширина странички 810 пикселей, я возьму здесь 800. Остальное я все оставляю. Кликаю «Получить код». Из предложенных кодов я выбираю код iFrame. Выделяю его и копирую. Теперь захожу в шаблон и вот в это окно «Вставьте код кнопки «Мне нравится»» вставляю тот код, который скопировала. Давайте посмотрим, что у нас получится. Нажимаю кнопку и вот посмотрите, видите, мой плагин, ведущий на мою страничку «Мне нравится» или «Like button», вот он здесь установлен. Идем дальше. Дальше мне нужно сделать заголовок. Для того, чтобы все это сделать быстро, я уже подготовила заголовок, заголовки. Вот это вот окошечко для крупного заголовка. Первым делом я его установлю по центру. Я выбираю размер. Пусть это будет 5-й размер. Да? Я, как видите, могу выбрать шрифт. Я могу выбрать его цвет. Но этот цвет пусть будет вот такой вот. Желтый. Вот он у меня появился, этот такой. Я его все-таки выделила 6-м размером. Теперь берем вторую часть текста. Заполните форму и получите ответы на ваши вопросы. Захожу в шаблон и вставляю его сюда в подзаголовок. Выравниваю по центру, выбираю 5-й шрифт, выбираю вот этот вот шрифт Impact и делаю цвет красным. Вот таким образом. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Получить код. И вот посмотрите наша страничка, как она выглядит. Идем дальше. Дальше наша задача с вами установить вот здесь вот, вот код видео YouTube. Я захожу на YouTube, выбираю в своем аккаунте то видео, которое мне необходимо поставить. Выбираю поделиться, сгенерировать HTML-код. И здесь в чекбоксиках ставлю, вот не забываю поставить вот здесь вот еще одну галочку. Значит, использовать старый код встраивания и использовать HTTP. Копируем. Захожу в шаблон.
удаляю тот код, который здесь стоял, и вставляю свой. Смотрим, что у нас получилось. Вот, пожалуйста, встало то видео, которое я сейчас сюда, код которого я сюда сейчас поставлю. Идем дальше. Теперь под видео я могу поставить дополнительный текст. Захожу сюда и забираю этот дополнительный текст вот из блокнота. Вставляю сюда. Выставляю в центре. Здесь я выбираю четверку Вердана. И пусть эта часть текста у меня будет вот такая оливковая. Жирным выделяю. Так, здесь я выделяю в середину, выставляю в середину. Выбираю пятерку жирным Вердана. И делаю этот текст красным. Ну, вот так. Так, смотрим, что у нас получилось в коде. Получить код. Вот, пожалуйста, видите. Теперь я вставляю, здесь то же самое, дополнительный текст можете вставить, я его не буду вставлять, время тратить. Я вставляю код своей рассылки. Для этого я убираю то, что здесь стояло у Андрея. И сейчас, зайдя в генератор форм подписки, получаю код на созданную форму. Копирую в буфер обмена, захожу в шаблон и вставляю сюда эту форму. А вот теперь посмотрите, я хочу вставить новую форму. А новая форма, видите, уходит у меня в левую сторону. Что я делаю для того, чтобы эта форма у меня стояла в центре? Я делаю очень просто. Я уже сформировала, скопировала сюда код в блокнот. Посмотрите, вот у меня та самая таблица из трех столбцов, которую я предлагала вам в предыдущей статье. Что я здесь делаю? Эта форма, которую я только что скопировала, я ее вставляю вот сюда, вместо текста среднего столбца. Но прежде чем, наверное, вставить, я лучше сначала уберу вот этот текст, чтобы его не было здесь совсем, и вот этот текст. А вот средний текст я заменяю на саму форму. Вот она у меня теперь получилась вот такая вот, вот такой вот. Большой, длинный такой код. Вот этот код я копирую. Вот он заканчивается. И захожу в шаблон. И вместо того кода формы, который я здесь вставила, я вставляю шаблон уже с таблицей. Получить код. И видите, он у меня стоит посерединке. Шаблон. Ну, футер я сейчас вам просто покажу, что если вы какой-то шаг пропустите, то вы просто его уберете из этого шаблона. Вот я сейчас убрала футер, и видите, футера как такового уже нет. Что я делаю? Я забираю, выделяю весь этот код, копирую его и захожу в консоль блога. В консоли блога я добавляю новую страницу и во вкладке текст вставляю код этой страницы, той страницы, которую мы с вами скопировали. Ну, давайте посмотрим, как она будет выглядеть визуально. Видите, здесь все отобразилось то, что вот нам кажется такое немножко перекошенное, но вот оно здесь все отобразило. Для того, чтобы у меня страничка была чистая, я делаю следующее. Так как мой шаблон очень функциональный, я убираю все сайдбары, хедер. Я убираю из со своего блога. Давайте просмотрим, что у меня получилось. Вот посмотрите, видите, здесь у меня, собственно говоря, появилась полностью вся та страничка. Обратите внимание, что вот у этого шаблона у меня стоят цветы. И вот они красиво оформлены, получилась вся страничка. Вы можете поменять фон, как мы это умеем делать внутри шаблона, и у вас будет определенный фон у странички. Посмотрите, как все красиво, ровненько все разложено. Вот, пожалуйста, видео. И оно здесь работает. Вот это то, что мы с вами устанавливали здесь. А вот это вот, посмотрите, та самая форма. Но вы видите, эта форма, как видите, устанавливается вот сама таблица, она видна. Обычно WordPress ее показывает. Я дала код
такой табличке, чтобы она была очень аккуратненькая, но все равно, как видите, она не очень красиво смотрится. Поэтому, что я делаю сейчас? Я захожу в свою страничку, захожу вот сюда в блок, захожу во вкладку «Текст», ищу начало своей таблички, вот она, это начало таблички, выделяю всю эту табличку, удаляю ее, захожу в блокнот, где у меня уже создана двойная форма, и аккуратненько вставляю ее сюда. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, первая погрешность, видите, вот эту вот часть надо убрать, она здесь совершенно не нужна. Это кусочек кода для приложения в Фейсбуке. А теперь спускаемся вниз и вот смотрим. Видите, форма, так как я и писала в своей статье о том, что чтобы эта формочка смотрелась, вот эта табличка смотрелась как будто бы специально созданная для вашей формы, то лучше ее вставить вот такую двойную, сделав какую-либо запись, например, с левой стороны. Итак, как видите, в конце, внизу страницы у нас с вами есть форма для комментариев, что очень удобно в одностраничнике. Вот здесь всплывающее окно дополнительное. В этом дополнительном всплывающем окне есть выход на страничку. Сюда можно поставить форму подписки еще на какой-то курс. И, пожалуйста, у вас хорошая рабочая страничка. Давайте уберем вот эту часть. Вот она. Вот мы ее просто убираем до вот этого тега «Стайл». Давайте еще разочек просмотрим, как будет выглядеть наша страничка. Вот видите, все ушло сверху, с верхней части страницы. И теперь она выглядит очень аккуратненькой, чистенькой. Если я сейчас посмотрю, работает ли форма, форма, как видите, работает. Ну, давайте посмотрим, действительно ли она работает. То есть, если я кликнула на кнопку, то мне, видите, я не ввела адрес и имя, поэтому мне смарт-респондер ответил, что надо ввести корректный адрес и корректное имя. То есть, форма работает. Мы с вами создали одностраничник внутри блога. Таких страничек можно создавать немало внутри блога. Их нужно, эту страничку нужно только исключить из карты сайта. Но как это делать, я писала в предыдущей статье. Итак, всего доброго, удачной вам работы. С вами была Смирнова Ирина.